Сегодня мы находимся на свадьбе Валентина и Анастасии. Просто до неба, до всего. Все очень здорово, очень круто. На самом деле свадьба очень интересная, потому что гости приехали из Хорватии, а мы подготовили для них сюрприз. Они попали в это чудесное место. Мы очень долго искали площадку с невестой, потому что невеста готовилась в одиночку к своей свадьбе. Ну, жених как-то удаленно пытался присутствовать. Поэтому в этом плане здесь я, как организатор, выступала для нее в качестве и подружки, и советчика, и так далее. Площадка, на самом деле, очень красивая, но в плане подготовки она реально очень-очень сложная. Здесь сложно заносить технику, здесь куча документов, чтобы сюда попасть. В общем, мы всей командой очень сильно переживали, как все пройдет, как все начнется, как все будет заноситься и так далее. Но, слава богу, все ребята приехали заранее, и наша свадьба прекрасно началась, все случилось вовремя. Наша пара довольна, я довольна, я еще сегодня и веду их свадьбу, потому что знаю немецкий и могу разговаривать свободно на немецком языке.